следующий продукт, который у меня закончился, это лак для волос Taft Power с кофеином, укрепляющая формула, 48 часов. Я не знаю, правда, эту укладку 48 часов носит, не переставая, но, возможно, есть убийцы. Мегафиксация 5. Пятерка здесь, без склеивания волос. Насчет без склеивания волос я бы поспорила, потому что это такой лак, который состоит на голове каркас, вот, по которому можно постучать, и, в принципе, будет такой стук глухой. Что касается, почему мне не понравился этот лак, я его брала, в общем-то, для каких-то поездок, и он для этого, в общем-то, и был мне нужен, и использовался. И единственный такой вот минус, помимо того, что это действительно лак, который создает каркас из волос и склеивает их, это запах. У него отвратный запах, мне кажется, вот им можно натравить каких-то насекомых, потому что запах ужасный, адский, и больше я этот лак именно за запах не куплю, в общем-то, потому что то, что он склеивает волосы, то, что он какой-то такой вот жесткий в плане фиксации, я еще могу потерпеть, и для каких-то нужд можно это использовать, когда вы делаете какую-то вечернюю прическу, возможно, это можно использовать, когда на улице погода отвратительная, может быть, не знаю, но вот то, что как он пахнет, это отвратительно, это невозможно терпеть. Следующий продукт – это пенка для умывания с алоэ вера. Здесь, по-моему, 90% этого алоэ вера. Марка называется E-Choice. Здесь небольшой объем. Да, корейская марка E-Choice. Небольшой объем 130 грамм. Потрясающая пенка. Она мне чем-то напомнила пенку от Givenchy. Тоже она такая жемчужный мусс, который очень легко вспенивается, у него очень приятный аромат алоэ, потрясающе очищает кожу, не сушит кожу, кожа очень очищенная, очень хорошая, не стянутая, очень приятная на ощупь. Мне очень-очень понравился этот продукт, эта пенка, потому что она подходит для моей несчастной обезвоженной кожи, она дает хорошее очищение такое серьезное, практически, ну да, до скрипа, в общем-то. То есть кожа, она очень-очень чистая, хрустящая такая, при этом не сухая. То есть очень редкие продукты дают именно такой эффект. Пенка классная, можно купить в подружке ее. Там, по-моему, эта марка представлена, у нее очень много пенок всяких разных и другой косметики, поэтому советую. Следующий продукт у меня также от Mixit, надо было как-то их все вместе показывать, ну да ладно. Mint Ice Cream. Это средство для тела, у меня тут тоже как-то на бочках этой упаковки осталось. Пахнет он очень-очень сильно ментолом, и это очень классное средство для тела на лето, потому что кожу он потрясно тонизирует, очень так вот этот холодок бодрит, он минут на 20 с вами только остается этот холодок, но он просто потрясно бодрит с утра летом, освежает, охлаждает, вы просыпаетесь. При этом кожа за счет, видимо, этого холода, за счет состава, она тоже приходит в тонус, и кожа моя была плотнее, она была очень увлажненная, очень хорошая, потому что средство действительно хорошо увлажняет кожу, и она была реально в тонусе, то есть такая упругая, классная кожа была после этого средства, мне она очень понравилась, я думаю, что следующим летом я обязательно закажу этот продукт снова. Но для меня это был приятный ментол, то есть мне очень нравился запах этого крема, маме моей вообще он не нравился, то есть он, не скажу, что он не выветривается с кожи, но если вы мазались этим кремом в ванной, то следующий человек, который зайдет... Господи, лак, стой. В общем, человек, который следующий после вас зайдет в ванну, он обязательно почувствует аромат этого крема, и мама была не очень в восторге от этого крема. Следующий закончившийся продукт – это Atapalm марка. Это крем для лица. У меня в мини-версии 35 мл, то есть там есть большая банка 50 мл. Но, как вы знаете, я очень медленно расходую уходовые продукты, и как блогер у меня их обычно несколько, поэтому как у блогера, в смысле. Надо как-то правильно все-таки склонить слова. В общем, это корейская марка, и именно вот эти крема, они для чувствительной кожи, для аллергичной кожи, они подходят для ухода за детской кожей. В общем, и этот продукт, это один из самых лучших кремов для лица, который я пробовала. Потому что он, с одной стороны, очень увлажняющий, очень быстро впитывается, прекрасная база под макияж, то есть это качественное увлажнение, действительно очень хорошее качественное увлажнение, при этом это
он не скатывается, это именно кремообразный продукт, который впитывается в кожу, он не скатывается никак, это прекрасная реально база под макияж, потому что и тональный крем на нем прекрасно лежит. Эффект я заметила, он не забивает поры, он дает очень красивый, он выравнивает цвет лица, действительно цвет лица становится более ровный, более красивый, то есть даже без макияжа вы смотритесь намного лучше после какого-то времени использования этого крема. То есть крем очень классный, я думаю, что возможно следующей весной я также повторю, буду использовать этот крем. Следующий продукт, который у меня закончился, это сушка Торли Second Dry. Хорошая сушка, она не такая плотная, не такая с закосом под гелевое покрытие, как моя любимая Sasha Vita, она более тонким слоем ложится, при этом хорошо быстро сушит ногти, хорошее топовое покрытие, в общем-то, как сушка, очень даже ничего, очень хорошая, мне она понравилась. Следующий продукт, который выбрасываю, это 13 оттенок Love Me, помада от Essence, это как аналог помады, господи, как же она называется... В общем, аналог маковской очень известной помады. Я просто... Hug me. Нет, не hug me. В общем, неважно. Сам по себе очень красивый оттенок. На сводчить не буду, потому что она у меня испортилась. Она у меня испортилась, я очень жалею. Я очень хочу себе ее на лето опять прикупить. Вот, но у нее запах отвратный. Запах прогорклого масла. То есть это показатель того, что помада что-то с ней не так. Неприятно ей пользоваться, поэтому я ее выбрасываю. Сама... По своим ходовым, скажем так, свойствам. Она мне очень нравилась, когда я ее купила, потому что она очень хорошо ложится на губы, у нее потрясный оттенок. Она достаточно стойкая для незаявленной как стойкой помады. Она хорошо сходит с губ, никакими там ни кусками, ни пластами, ничего в этом роде нет. Приятная помада для бюджетной помады, для 150 рублей вообще просто идеальная. Следующий продукт из моей бездонной коробки это La Roche-Posay... La Roche-Posay Гидриан крем, Гидриан Лежер. 40 мл здесь было. То есть это марка, которая свои продукты делает на основе термальной воды из источников La Roche-Posay. В общем, это история марки небольшая. Что касается этого крема, он хороший, он хорошо увлажняет кожу. В общем-то, достаточно быстро впитывается, но не так, чтобы как Атапалм за просто минуту он впитался, и вы могли нанести макияж. Все-таки с этим надо 15 минут походить. Он достаточно жирненький, хорошо подходит на холодное такое время года. На осень я его использовала. Но что мне не понравилось, он очень быстро у меня ушел. То есть 40 мл у меня ушли, по-моему, за месяц. Или за полтора месяца. Для меня это просто вот нонсенс, потому что обычно у меня 30 мл у меня уходит обычно, то есть за сезон я 30 мл не использую, там за... то есть за зиму я обычно крема не использую, в общем-то, очень редко, когда бывает такое, и обычно это я уже в конце мажу уже себе и на шею, и на декольте, и куда я только не мажу этот крем, потому что мне жалко, я знаю, что через год он уже испортится. В общем, здесь мне не понадобилось никуда мазать его, я мазала его стандартно на... лицо на шею, крем быстро ушел, но сам по себе он неплохой. Я не скажу, что я фанат этого крема, естественно, вот, допустим, тот же самый Этапалм, который я вам показала, и, наверное, даже Миксит, они мне понравились больше в процессе использования. Но это тоже имеет место быть, и если у вас сухая кожа, если у вас склонная к сухости, обезвоженная кожа, то этот крем я советую попробовать. Крем, который у меня закончился, к великому моему сожалению, это Super Defense, крем для глаз. То есть линия Super Defense это линия для достаточно молодой кожи, но которая предотвращает старение, которая улучшает устойчивость кожи перед стрессами, перед какими-то негативными факторами извне. И, в общем-то, мне этот крем понравился. Прежде всего, это первый крем для глаз, который у меня реально вызвал хоть какие-то эмоции. Я заметила реальный эффект, потому что кожа уплотняется, кожа осветляется вокруг глаз, взгляд более отдохнувший, более выспавшийся, менее отечные глаза становятся, меньше вот этих вот сосудиков мелких вокруг глаз. То есть у меня кожа очень тонкая, кожа тела и лица, естественно, кожа вокруг глаз у меня тонкая. В общем, поэтому все мои недосыпы, все мои, скажем так, последствия бурной жизни всегда на лице видны, в частности, на глазах. Это первый
продукт, первый крем, который реально заставил меня поверить в божественную силу, собственно, уходов для глаз, потому что действительно крем работает. Мне очень жаль, что у меня закончился, я думаю вот сейчас попробовать его или попробовать что-то новое, или попробовать из-за Ники Смарт, у них вышел тоже крем для глаз, потому что марка Клиник в плане ухода, несмотря на весь негатив, который на нее сыплется, она мне очень-очень нравится. Мне линейка Super Defense очень нравится, мне не нравится их трехступенчатая система, потому что я считаю, что и спирт, содержащийся в лосьоне, очень агрессивен, и их там как крем, увлажняющее средство, оно мне тоже не подошло. Мне, в общем-то, подошло только мыло, и то твердое. Но что касается линейки Super Defense, это моя самая любимая уходовая линейка в клинике. Она мне безумно нравится, и продукты реально работают. Следующий продукт, который у меня закончился, точнее, он не закончился, он испортился. Это средство Naked Skin от Urban Decay. Это BB-крем. Здесь 20%, 20%, 20 SPF фактор. Также он заявлен как оптически выравнивающий кожу, здесь не содержится масел, также здесь он заявлен как регенерирующий, антивозрастной, что-то в этом роде. Здесь 35 мл, то есть это маленькая версия. Мне он не понравился, потому что у него не очень приятный запах, он пахнет каким-то камфорным спиртом или чем-то в этом роде. Во-вторых, он очень-очень тонкий, и он оранжевого цвета. Я какое-то время им пользовалась, и вот даже не знаю, увидите вы или нет. Вот. Но смысл в чем, что он такой вот очень оранжевый, когда вы наносили на лицо, вы сначала становились какого-то не очень здорового оттенка, потом он уже подстраивался под кожу, вроде бы ничего. Но ни какого-то оптического выравнивания кожи, никаких вот каких-то кожи не происходило позитивных изменений, тон кожи не становился лучше, то есть все какие-то пятнышки на коже, они все равно были видны. В общем, я не поняла абсолютно этого продукта, и вам я его пытаться понять не советую. Что у меня тут еще закончилось, это Fake Up. Fake Up — это консилер. У него какая-то вторая волна популярности сейчас во всевозможных инстаграм-аккаунтах, магазинах и во всем остальном. Значит, вот так вот в виде какой-то помадки, здесь он вокруг с увлажняющим каким-то продуктом, жирненьким чем-то, а внутри сам консилер. Это консилер под глаза, на зону вокруг глаз. Он был, в принципе, на зиму, на такую вот серьезную ядреную зиму, как, допустим, сейчас у нас там минус 20 в Санкт-Петербурге, да, классный продукт для зоны вокруг глаз, потому что он предотвратит ее от высыхания. На любые другие периоды нет, потому что он слишком жирный, он будет скатываться. И последний продукт на сегодня, который у меня закончился, это 71 оттенок из линейки Rouge Coco Shine от Chanel. Называется этот оттенок Style. То есть это такая нюдовая помада блеск. Мне она очень нравилась, и она даже входила в мои такие фавориты в плане помад нюдовых. Приятная линейка, но она, я бы советовала, наверное, на лето ее, потому что они такие абсолютно нет покрытия в них, то есть они больше как блески, эти помады. Что касается этого оттенка, он очень приятный, он очень хороший на губах, просто она у меня уже закончилась, и просто вот тот обмылок, который там есть, я его не хочу у себя хранить, захламлять свою косметичку, я думаю, что если он до сих пор есть в Chanel, я, возможно, его себе возьму, либо я возьму более какой-то розовый оттенок. Но сама помада Coco Shine, она мне нравится именно на лето, потому что летом хочется каких-то гелевых текстур, более блестящих. На зиму, наверное, нет, не советовала, потому что зимой хочется какой-то защиты, хочется плотности какой-то, тяжелых винных оттенков, что ли, что-то в этом роде. В общем, это все мои пустые баночки, это первая серия марлезонского балета. Я надеюсь, что очень быстро я сниму вам и вторую часть, и наконец-таки распрощаюсь со всеми этими пакетами. Хотя бы наконец-таки выкину вот этот вот красный пакет. В общем, если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также подписывайтесь на меня обязательно в Инстаграм, в Перископ, там я тоже есть. Все ссылки я оставляю всегда внизу в инфобокс. И все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока!